заехали посмотреть на экскурсию в храм Горни. Вход в храм платный. Детям одна цена, взрослым другая. Вон орлы летают, или сокол, или орел, или ястреб, или коршун. Всех так честно. Да. Вот это видок, ребята. Офигенно просто. Камера не может всю красоту передать, но поверьте мне, стоит вам здесь побывать, увидеть армянскую красоту и величие гор. Везде блогеры. Да, только хотел сказать, брат подсказал, вон впереди храм. Ну что, за это дело деньги берут? Это типа святое место, надо же вообще бесплатно, да? Конечно, блин, бабло берут, еще и говорят, вы типа местные граждане или не граждане. Типа гражданам 1000 драм, взрослому не гражданам 1500. Крутые огромные ступени. Эдвин, руку дай. Муравей гиганты, маленький дерется с большим, обижает друг друга. Козел. Маленьких обижать нехорошо. Большой огромный муравей схватил маленького и потащил хавать. Где схватил О, вот это, Эдгар, смотри. Вот это я понимаю. Я тоже понимаю. И там дома, смотри, построены.